Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами я, Ведьмак. Вы смотрите прохождение переиздания игры Beyond Good and Evil для PlayStation 3. Мы с вами находимся на секретной базе альфа-отделения, вот где они перемещают людей, похищенных на Хилии. Мы должны закончить репортаж и рассказать всему народу, что тут происходит. Это наш новый товарищ Дабл Эйч. Он нам в некотором смысле заменяет Пейджа, которого похитили из Тайрос. В случае, если у вас нет никакого другого варианта, можете подобраться сзади к охранникам и ударить их по баллонам. Это их слабое место. Вот, увидимся дальше, впереди. Понятно, но об этом я и так уже давненько знаю. Давайте скушаем баночку кебабов и пойдем заниматься нашими делами. Здесь у нас враги, кругом враги. И крысы, я слышу крыс. Сволочи! Получайте, ну! Вот вам всем. А их же можно было расстрелять, ну ладно. Итак, здесь у нас, скорее всего, стоит гвард. То бишь охранник, то бишь солдат альфа-отделения. Ога. Вот вернись, пожалуйста. Нет, не хочет. Ладно. Мы тогда сделаем хитро. И зайдем к нему сзади. Получи. Полетел. Вот так. Слабое место у них. Это баллоны эти зеленые. Поэтому им сразу хорошеет от них. Так, мы находимся в этом коридоре. Задача у нас сейчас сфотографировать одного из представителей альфа-отделения без его шлема. Вот, пожалуй, и все. Ну, задача не такая легкая. Как видите, они шлемы не снимают, ходят в них. Вот. Снять его вручную не получится никак. Так, здесь у нас их двое, или мне кажется? Да, их двое. Вот. Это не очень хорошо. С двумя справиться гораздо сложнее, чем с одним, как вы понимаете. Блин, он сюда идет. Так, я убежал. Ну и ладно. Хорошо, нет, я хочу вернуться и попробовать справиться с ними. Так, здесь, по идее, все уже успокоилось. Зараза, придется с ним драться теперь. Если бы еще камера не сводила меня с ума. Ну да, конечно. Вот камера, ты упорота, да прекрати ты, ну. Капец. Это просто капец. Так, мне надо захавать, а то я помру. Называется, захотел справиться, ага. Получи, сволочь. Полетел. И зачем я это делаю, интересно мне знать. Здесь же нифига, скорее всего, нет. А, нет, что-то есть. Ну, ладно. В принципе, равноценный обмен получился. Банка кебаба в обмен на... Браво, Ейд. Дополнительное сердечко для жизни, банку кебаба и... такую хорошую штучку, которая восстанавливает нам все здоровье нашего Ховеркрафта.
Так, ну что, продолжаем. Комната сканирования рентгеном. Так. Всем охранникам. Сохранять свои позиции и будьте начеку. Перехватить и уничтожить. Окей. Я сломал. Так, зачем я сломал? Верхний холл. Зачем все это? Ага, это мы вернулись, сделали себе, так сказать, шорткат, то бишь срез, чтобы потом по-быстренькому вернуться к нашему ховеркрафту. Сейчас наша задача по-прежнему проникнуть на эту фабрику. Вот. Скрываться вот этого вот палящего товарища мы будем за ящиками. Ну, он, конечно, что-то увидел, но он подумает, что ему показалось. Он, если мы сейчас поднимем тревогу, то нас быстренько просто уничтожат. Без разговоров просто. В этих ящиках перевозят людей, как вы можете видеть на рентгеновском аппарате. Точнее, экране. Его. Сейчас сюда заедет ящик. Можно будет увидеть это. Я, кстати, не помню, я фотал или нет. Да. Так, отключись, пожалуйста. Мы, собственно, заходили в эту комнату, только с другого ракурса. Сверху. Так. Closet. Какой-то шкафчик. Кладовая, в общем. Не шкафчик, конечно. Но не пищать на меня! Чё, обнаглели, что ли, совсем? Сейчас я вам покажу, кто в доме хозяин. Ловите мои диски там. Хорошие. Штучки. Ну. Всё, всех убил. Да ё-моё, не всех. Откуда вас столько-то? Сволочи мелкие. Опец, а ну не жрать мой тако. Всё моё. It's mine! Открывай. Ага, здесь, по-моему... А, блин, что ж ты будешь делать? Здесь прикольная... Ситуация такая будет, сценка. Я мог бы не повторять каждый раз. Это каждый божий раз. Так. Положим сюда тако. Джейд. Вот этих маленьких зюзиков мы сфотать должны были. Splendid picture. Которые уносят тако себе в комнатку. Все, утащили уже. Окей. Мне норм. Так, если мы наверх заберемся, что там будет? Ничего. Пошла вон, сволота кусачая. Так, это куда у нас ведет? Я даже не знаю, как это перевести. Что такое ват? Какая-то агрегатина. А, здесь они варятся, получается, эти штучки. Это, говорит, странно. Пойду проверю. Давай. No. Тебе показалось, чувак. Тебе все показалось. Это были крысы. Успею я, интересно, подкрасться к нему или нет. Чувак! Остановись на секунду, пожалуйста. Не, получи. Полетел.
Ну, такой вот чам, если можно так выразиться, с массой кебабовой. Я не знаю, что такое за кебабы, но из чего они их делают здесь. Это явно необычные кебабы. Так. Какие-то хреновины. Надо их Good work. сфотать. Получи. С них продают денежки. Не очень много, правда. Особого смысла убивать их нет. А вот карту сфотать, наверное, стоит. Уже запомнено. Хорошо. Ага, диск. Диск с камеры наблюдения. Там, по-моему, будет видно, как пейджи захватывали. Использовать. Использовать же? А, ну ладно. А, вот тапки пейджи. Они нам нужны для продвижения по сюжету. Что они с ним сделали? Точнее, с тобой. Вот здесь, как видите, располагаются два кода, которые нам нужно ввести, чтобы забрать себе корабль космический. Но пока нам не до этого, наша задача по-прежнему снять сюжет. Так, по-моему, сейчас здесь на нас нападут. Блин, камера, не делай так больше. Хотя... Взорвался. Так, а тебя? Тебя мы оттащим туда. Пошел быстро туда. Там твое место, Бобик. Так, хорошо. Хорошо. Куда это мы попадем отсюда? Хрен бы его знал, да? Так, всех же в тоне. И жемчужину мы на этом уровне собрали. Так что, в принципе... Моя душа спокойна. Компьютерная комната, окей. Еще один диск. Взять, все взять. Короче, база данных армии Хилии. Что это такое за автоклав? Так, ну давайте почитаем, что нам попалось. Так, вот запись с камер наблюдения. Играть. Отпустите меня! Работорговцы! А вон он едет, смотрите. Убийцы! Негодяи! Короче, ботинки и костюм все в шкафчике. Ну, мы уже забрали, так что все норм. Нам эта информация уже не нужна. Так, и давайте посмотрим вот эту вот база данных армии Хилии. Что пишут? Армия Хилии, Карлсон, Питерс, руководство Карлсона и Питерса, глава 23, Defense и Detection, то бишь защита и обнаружение. Поехали! Обычная армия, органические ресурсы, оборудование, противолазерная броня и, короче, шлем. Пробивной шлем. Альфа-отделение, элитные, органические ресурсы, оборудование. Противолазерная броня, Т-молот и автономная система дыхания. Слабое место, дыхательный танк, в смысле дыхательный баллон. Дальше, электрический барьер, 380 вольт. Короче, переносные автономные барьеры, генераторы для блокирования небольших проходов. Циклопиус, юнит М39, защитный лазер, сила 5, антишоковая броня. Короче, внимание держать подальше от электрических полей. Переносной юнит XB24,
короче, обслуживание, перенос, транспортировка, точнее, маленьких объектов, слабая броня. Неуязвимо, когда светится. Окей. Защитные мины. Защита водных ресурсов. Водных путей, точнее. Обслуживающий робот, охрана периметра, защитная стрельба, двойные газовые, короче, ускорители. Слабое место. Их баллоны. Так, лазерная пушка, лазерная турель, точнее. Защитный лазер, сила 5, ослепляющий выстрел. Торпедо-лаунчер, то бишь, как его назвать-то, господи. Торпедная установка, будем так называть. Управляемые торпеды, коэффициент инерции 8. А, он, по-моему, затягивает к себе, да. Какой-то изобарный ящик. Транспортировка всех типов живых организмов в литургии. Лазерным турелем 5. Обнаружение и преследование нарушителей. Защитный лазер, сила 5. Короче, барьерная... Барьер, в общем. Активируется, деактивируется на случай тревоги. Безвредно для военных... военной брони. Постоянный барьер. Безопасен для военной брони. Обслуживающий модуль, быстрое, короче, обеспечение безопасности в определенной зоне, активируется через радио. Дрон обнаружения, наблюдение за периметром, радио, короче, связан по радио с торпедной установкой. Блин, задолбался это читать. Многовато информации. Так, ну и все, давайте сохранимся и уже валить будем отсюда. По-прежнему у нас задача сфотографировать одного из представителей отделения Альфа без шлема. Все, уходим из этого трещащего места. Здесь у нас насыпают эти кебабы в бочки, ящики. Маршрутизатор. Маршрутизация, не знаю. Так, здесь мы, похоже, еще не были. Нам нужен какой-то квадратный ключ, чтобы что-то здесь сделать. Эти лазеры не открываются. Квадратного ключа у нас, увы, нет. Поэтому мы будем проходить через систему безопасности. Так. Угу, ясненько, нужно будет быстро пробежать. Либо... Ну хотя да, здесь проще всего пробежать. Да, в общем-то, ничего сложного в этом нет. Так. Не-не-не-не-не-не-не-не, тебе показалось. Но нас вроде не заденет. Вот эта штука убивает мгновенно просто. Поэтому... Да что ж ты развернулся-то не вовремя так, а? Козёл. Развернись. Я тебя сломаю. Ну, по крайней мере, выведу из строя временно. Так, отлично. Теперь он нам ничего не сделает. Пока его не починит другой такой же товарищ. Но, вроде бы никто не стремится его здесь чинить. Пошли вон, твари! Смерть вам. Не получи.
А на тебе. Так, это у нас гравитационный лифт. Что-то я уже несколько потерялся. А где мы находимся-то? Мы получили трофей, то бишь ачивку за пинание врагов. Ну и ладно. Почему бы, черт побери, и нет? Так. Здесь, по-моему, слева еще один стоит такой же. Во-во-во-во, парни. Парни, полегче. Да блин, камера, ну хватит! Ну! Что ты делаешь? Ну! Я и спрыгнуть отсюда теперь не могу. Замечательно, мне хана. Других вариантов тут не будет. Их двое. Зараза. Ну все, меня сейчас задрочит просто в этом коридорчике. Почти добил. Сучка. Крашеная. Получи! Но вот с одним-то будет попроще, конечно, справиться. Ну как попроще? Если бы камера еще не сходила с ума. Ой, камера, ты меня убьешь просто. Почему во всех старых играх такие проблемы с камерой? Я не понимаю. Это ж кошмар какой-то. Получи. Так, жрем. Кебабы. Блин. На, получи. Ты тоже. Сволочи мерзкие. Ненавижу вас! Attention! Алярм! Алярм! Смотри, не успел. Сука, все-таки успел засадить мне. Да что ж вы такие уроды-то, ну? Жри. Сделай вид, что ты меня не видишь, скотина. Да хоть алярм, мне все равно. Здесь ты меня не найдешь. Конечно. Зараза, зря я вылез. Надо было подождать. Так, он тут один. Он уперся. А, не успел! Собака. Ты мне поднадоел уже, чувак. Нет, он не alright. Угу, отлично. Сломался. Черт. Зеленый. Фух, так, все. Я тебя победил. Я всех победил. Нам нужен этот ящик. Он перетащит нас. Ну, ладно. Комната управления написана на табличке.
Зашибись. И электричество. Так, это мы где уже? Похоже, на пятом уровне, да? Чего у нас здесь по детектору? Жемчужин нет, животных тоже пока не видать. Давайте сохранимся. Отлично. Нам, кажись, сюда. А вот и, собственно, представитель альфа-отделения во всей, так сказать, красе. Няшки, правда? Ну, пока что мы не можем его сфотографировать. Крыска, получи. Так, отсюда тоже мы его не видим. Нам нужно... Так, стоп, там, по-моему, кто-то плавал, или мне кажется? Вы кто? Ой. Так. Ясненько, вас уже, значит, фотографировали. Что ж, good for you. Товарищ! Отвернись, пожалуйста. Смотри в другую сторону. Там что-то очень важное для тебя есть. Получи. Еще получи. Так. Animals. Но всех животных мы сфотографировали на этой базе. Замечательно. Все жемчужины собрали. Все, здесь мы можем, получается, только заниматься основной сюжетной линией. Вот. Ну, как-то так. Мистайрос. Ты видишь альфа-отделение? Посмотри на их лица. Они больше не люди. Их контролирует Домс. Мы должны сообщить всему населению. Отошлите фотографию в Iris Network. Это именно то, что они ищут. Ну что? Улыбочку. Да уж, качество фотографии не очень того. Отличная работа, Шани. Я опубликую это. Я также это отправлю к губернатору. Она совершенно точно тебе поможет уже. Еще раз. Так, ну что ты мне скажешь? Давай поговорим. Ну как? Короче, вас кто-нибудь учил? Точнее, тебя кто-нибудь учил проникновению? Урок номер 17. Если... Стражник 1, попробую создать какую-нибудь диверсию, чтобы отвлечь его нашуметь. Карлсон и Питер смогут нам помочь. Урок 18. Тренируйся. Короче, кувыркаться, чтобы перекувыркиваться в безопасное место. Гениально. Правда об ужасном похищении людей на фабрике Nutripills. Доказательство в выпуске номер 513 от Iris. The truth about the horrific human... We'll find each other sooner or later. Мы, говорит, найдем друг друга рано или поздно. Отлично. Свое черное или зеленое дело мы уже сделали на этой фабрике. Наша задача теперь свалить отсюда. Вот. Вот. Но. Как видите, нас отсюда не очень-то хотят выпускать, да? Сейчас мы попробуем заставить одного из товарищей поломаться. Второй побежит к нему на помощь. Мы его тоже поломаем. Нет, не получилось. Ну ладно, попробуем убить его так.
Если получится, конечно. Блин. Так. Получи. Да ты чё? Блин, собака. Нет. Да ты с... Он меня убил? Да ну нафиг, у меня же два сердца еще оставалось. Что за бред? А, ладно. Это опасно. Опасные ребята. Нет, тебе показалось. Блин, прокосячил. Да успокойся ты. На. Все норм. Все хорошо. Да ты посмотри, ну почему они всегда разворачиваются в ту секунду, когда я стреляю? Да ну. Ах. Отвернись, гад. Что ты стоишь надо мной? Зараза. У меня палец устал курок держать. Похоже, что он в порядке. Ладно. Согрели одного. Давайте попробуем его упаковать. Я ни хрена не вижу из этой камеры. Нет. Получи. Всего два раза к нему нужно подступиться, чтобы уничтожить. Но иногда это бывает довольно криво. Ладно, сойдет. Так, что у нас по карте? Куда я иду? Я не знаю, куда я иду! А, боже мой! Так, еще один упырек. Вот это, по-моему, просто ходит по кругу, если мне память не изменяет. И больше здесь никого нет. Получи. Б. Так. Ой, что-то музыка тревожная заиграла. А, здесь много их будет, да. Вообще неприятное место. Ну как много? Двое, что ли, их получается нам? Зараза, в ту же секунду, когда я стрелял, он повернулся. Вот гаденыш. Гаденыш. А мне нужно их убить, потому что там ящик стоит. Да ты что, серьезно что ли, зон клирит? Получи. Нет, он не в порядке. Вот и отличненько. Можете так и ходить. Получи. И ты получи. И все получите. Раздаю бесплатно. Здесь, по-моему, ключ квадратный. Да. Благодарствуем. Оп. Ну и здесь мы были уже. Вот. А где мы не были? Вот там какое-то ответвление. Я там не был, пропустил. Ничего, я думаю, мы сейчас сохранимся. Да, я пробегусь по уровню, посмотрю, что я не взял.
не хотелось бы пропускать, если вдруг что-то там интересное было. Так, ну что, давайте сохранимся. Мы свою задачу выполнили. Репортаж закончен. Вот. Все люди узнают правду о проклятых Домс и альфа-отделении. Вот, с вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите еще. Всем пока.